Не знаю. Но все может быть, конечно. А вот это панкекас мне очень интересно. Португал. Посмотреть на него. Блин, я тоже себе такую хотел бы рамку на Steam. Красиво выглядит. Ну это он там до хрена денег, видимо, потратил. Его сейчас красиво распиздорасило, а бы понял, что. Типа рабочку взрыв. А он бегает сзади. Ще его гранатка встретит там. Бум. Готов. Платформа убийца, блин. Ну, где там панкейкс? Какой панкейкс? Я уже по звуку услышал там свой... издал. Нападают орды. Эти глиномесов, я не знаю. Акающих. Они когда ходят... Лови панкекс, гранаток, дюжину. Эй, почему ты взорвал? Я же кинул гранату. Да, ты его бочкой, что ли? Опередил. Да, ой, щит. Ну, что там Таиланд прыгает? Наверху. Что-то там Таиланд. О, с бочкой, бочка, блядь! Где ты раньше был? Меня стрелили. Коверевку подвязывал. Ой, блядь, твою мать. Ой. Блядь, ебаный панкейк. Так, я пока поставлю простенький набор все с минами. Вроде бы так преступности не видно особой. Блять, пяток не взорвал бы никто сейчас. Что-то они не спешат к тебе бежать. Бомбануло. У нас на этой побег, на респе. И первый удар, первый удар. Бум. О, кто тут у нас? И веревка любитель. Блять, сзади там нахрен. Бля, мина! Блять! А чья там мина была? Ты там положил? Блин. Я бросил, это прикол. Вот момент, а ты пол ко мне. Да уж. О, прибежали. Ну чё, ну у них все две батареи, можем, в принципе, я поиграть. Бросил, он прыгает сверху, и ты бежишь ко мне. Да. Я как бы сейчас не стараюсь заряжать. Я сейчас стараюсь мировать всё. Но надо заряжать, когда они где-то соберут штук 14. Где-то, если 16 соберут, то это вроде бы уже ничья. Ну, пока... Роль минеров. Да, еще понаминируем здесь. А я своих 4 штуки. Ой. Чуваку надо веревку подвязать, он любит на веревке наступать. Опа. Словил. Хедшот.
Ай. Что творит этот кейк? Чё, нахуел, что ли, такое вытворять? Пошел рубить его. А, это Snow 2 вообще. А, он Тайвань, но не знаю, Тайвань же не Азия вроде. Не китайцы, которые лагают. Адски. Но здесь разница очень принципиальная. Потому что китайцы очень и японцы очень лагают в этой игре. С ними просто лагают так, что играть невозможно. Как бы Тайвань нормально должна быть. Вот это я выбил. И с рукопашки, и с ловушки. Ой. О, фух, ты меня спас. Пока я веревку завязывал. Я уж думал, все, мне конец. Там кто-то угукает где-то рядом. О, какая-то мина сработала. Что-то они... Мины наши не наступают на них. Я там столько раз ставил, а взрывов нету. Коробки появляются, я готов уже новые расставлять. А кто наступать-то будет? Джоук. Бля, чё он себе позволяет этот? Лысый. Тут-то там, блядь. Ой, бочка. О, отличное прикрытие. Я в него прыгаю. Я его прикрываю. Хорош. Сноуту очень слишком. Я в него так буду очередью стрелять. Блять. Надо добить его, пока он не ушел. Есть. Ты что, их там не видишь, что ли? Ой. Не нафигарили, что я. Нет. Пусть он крадется сюда в наше заминированное. Ой-ой. Нет, убегаем. Нет. Ему не взять нашу батарею. Ну да, там, кстати, там... Ой, я твой лут забрал. Бля, что за хел произошел? Черт, какое упущение. Блин, я там столько мин нараскладывал, и все впустую. Надо заново собирать все. Мою коллекцию мин. Сейчас я более по-другому расставлю. Ой. Ядрит себя корень. Иди забери. Иди забери. Батарею. Ебать. Ну, Солярис, ебать, наступай. Сука, Солярис не стал батарею подбирать. Там моя мина лежала. Они все лишь 4 штуки взяли, обалдеть. О, сейчас 4 мины я сейчас накладу здесь по кругу. Жахнет так жахнет. Все живое здесь погибнет. Но от следующего он не ушел. Кто-то еще здесь был. Не, у него что-то 40, ну,
А что ты уговорил? Я в него с этого мощного лука, блядь, перестрелил и сходил. В кого? На дробовика в упор, первый раз поткнули урона, второй раз это, стрелять не лук. В кого? Вот на этот ПП, которое... Панкекс? Панкекас, который там, блядь. Ну, Да. Ну, мне вроде бы, я по хедшотам смотрю, если хедшот почти все снимает, то вроде нормально.